Ну, а что мы понимаем под культурой? Отношения друг к другу, во-первых. А, бытовая культура, да, существует. И не только у нас в городе, но и в очень многих. Сейчас комментировали, иллюстрировали довольно, так сказать, пессимистично это все. К сожалению, да. К сожалению, да. Скажите, а у вас есть любимая газета? Кроме, конечно. Что вы читаете на ночь, да? Что вы читаете? Газета. Вот литературка. Вот что вы Юрий Поляков сейчас это руководит. Вам нравится, как Юрий Поляков? Ну, скажем так, литературка, то, какой она стала в последние годы, она абсолютно не резонирует с моими идейными воззрениями, можно так сказать. А газета для автора с Прохановым? Тем более. Аргументы и факты. Давайте не заниматься зачеркиванием. Сейчас я попробую сказать, какие газеты мне нравятся. Ну, наверное, интереснее всего мне читать... это уже такой не... замыленный взгляд профессионала, мне комфортнее всего читать вот как что-то профессионально сделанное газету «Коммерсант». А почему вам завтра не нравится? Она сейчас другая стала, не такая, как в 90-х годах. Ну, вообще тут можно сказать, что редко приходится газеты читать, потому что на работе очень большая нагрузка именно какими-то сиюминутными текстами. И в свободное время я стараюсь читать даже не журналы, а какую-то серьезную неувядающую литературу, нон-фикшн, документальную литературу. И газеты, от случая к случаю. Это же как бы резонанс. Я даже не спрашиваю там людей, почему вам не нравится наша газета. Нету у человека резонанса там с нашей газетой, там с Уральским, с Вечеркой. Нету. Человек даже не может объяснить, почему. Нет, дело в том, что там печатаются сейчас актуальные статьи по поводу вот здесь нашего положения. Так у нас уже столько актуальных статей по поводу нашего положения, что, широк выбор. Дорогие друзья, мне очень больно говорить эти слова. Но наш вечер подошел к концу сегодня. Поскольку библиотека работает до 8 часов вечера, она закрывается. У нас осталось просто... время для того, чтобы встать, взять вещи и выйти. Спасибо вам всем, что вы пришли. Спасибо. Я надеюсь, что вы друг другу понравились. Приходите к нам еще, приходите к нам читать книги, приходите к нам общаться с друзьями. А вон у вас свою фотографию.